Коробочка. Думаю, что во Францию. Ого. О, сейчас будет интересная миссия опять. Вот, пока я не убью, никто его не... 2 минуты надо уничтожить. Эту спинку поливаю уже лохов этих. Ой, дом чистый? Нормально все тут? Блин, этого гуся снять на танке. Снял, хорошо. Ага, там у него броники дают. Ага, убежал. Тихо, тихо. Ой-ой, тихо. Чуть не закололи. Не вижу. Нормально. Нормально. Так, вот эти немецкие полевые штабы. Ой-ой-ой. На работу успокойся. Ой, сори. Ого. Подвал еб. Текайте, текайте, там все взорвется. Изи 6. Цель уничтожена к чертовой матери. Вас понял, Ким-6. Внимание! К вам приближается еще несколько отрядов противника. Сдерживайте вражеские атаки. Нам нужно время, чтобы отвести назад другие подразделения. Сколько сейчас у нас времени? Парни, а то они будут идти. Они идут с южной стороны. 3 минуты. А, вижу, откуда они идут. Как сейчас выйти мне где-то снизу, чтобы ближний бой уверенно стать? А, они уже в спину, да, такое? Там вообще прикрытия нигде нету. Просто жить надо сейчас. Уже спину поливают. Чем? А чем взорвать? Что я нигде не увидел какой-то боеприпас серьезный. Я это, конечно, сделаю, бля. Что, где-то здесь есть, короче. Как они заходят?
Ну, я не представляю реально, как мне, блядь, его взорвать. Чем? Так, а чем? Как бы дал бы чем? А чем я взорву, блядь? Бля, фу, с... Я сейчас, ну все, я в него больше не буду играть. Честно, как бы я очень, вот на самом деле, типа, я очень в колдах люблю вот эти вот старые пушки, старое оружие, всякие такие пам-пам-пам-пам, там винтовочки, там вот эти вот немецкие пулеметы, но честно, уже хочется хоть немножко вот такого там модернизированного оружия, реально. Короче. Нам осталось 8 миссий, каждая по 25-30 минут. Next колда будет у нас, по идее, по, как говорится... По ступенечке это Modern Warfare 1. Там еще есть Call of Duty 3, но она только для консолей. Можно, в принципе, подзапариться, скачать эмулятор и вот так шпилить. Но я честно не хотел бы на самом деле. Фу. Я вспомнил. Вот эти последние секунды выживания. Сейчас вот там будут в доме пацаны по одному так залетать. О, все. Мы пробуем аккуратненько. Ого, привет. Сори. Так, идем по левой стороне, очень аккуратненько. И тихонько. Я тут вход нашел, все, да? Так, а ну-ка, аккуратно сюда, хоп. О, подочничку нашел. Ой-ой-ой. Так, хорошо, подожди, поехали. Тихо. Сейчас идем через правую сторону, переходим на левую. Вот так, аккуратненько, хоп. Как, сука, к этому танку подойти? Так, аккуратно. Смачок вот такой. Присели, легли. Аккуратно. Хоп, хэч. Хорошо. Тут также. Хоп. Привет. Тут чисто. Нема никого. И спину меня на дерево. Ныкаюсь. Как я взорву тебе этот танк? Не надо. Не мочи, не надо. Тихо, не надо. Дай жить. Хорош. Уже не будь отступать сегодня. Тихо. Жить хочу. Ху-ху! И все? Тяжкая миссия была, такая тяжкая на самом деле. Она была тяжкая тем, что меня почему-то показывало вот сюда, и я думал, что тут какая-то ракетница, я ее беру и тупо... Я, наверное, раз 100 умер, потому что вот тут пытался дойти сюда. Вот это как классно, блин. Шо ты, прайсик? Капитан Цена. Жестко, конечно. Прикинь, братишка. Наконец-то я завершил британскую кампанию. И только сейчас начинается американская кампания. Хотя я думал, что я уже, наверное, прошел почти всю американскую кампанию. Сюда! Чина! Камцумонен! 100-400. Опа! Сейчас, походу, будут какие-то парашютные делишки. 7 декабря 1944 года. Войска союзников пересекают границу Бельгии и очень много лет назад еще. И сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев близ городка Бергштайн. Высота 400 является ключевой позицией. С нее немецкие наводчики наблюдают за всеми маневрами союзников в радиусе нескольких километров. Заградительный огонь немцев приводит к многочисленным потерям среди войск союзников. Второй батальон американских рейнджеров готовится захватить... Это мы, наверное. 400, чтобы лишить немцев тактического преимущества. Нормально. Сильный дождь плюс 6. Такая погода, конечно. Бернштайн, Германия. Штаб хочет, чтобы мы привезли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из... У меня винтовка, как обычно. Так, что мы сейчас делаем? И уже начинается жаришка сразу. Вот это Call of Duty, одним словом. Не успел появиться, два шага дал, все. Пошла жаришка. Так, тихо, немецкая пушечка. Прям обожаю ее реально в этой игре. Подожди! Вот тут стоит слева. А, не мог. Тихо. Иду в домике. Ого. Наверху есть кто-то? Все, дом чистый. Поехали. Опа. Вылетаю. Так, тихо. Оп, аккуратненько. Ой. Подожди. А ну, подожди. Опа. А, он там и снизу, и сверху. А ну, стой. Пока и снизу. Чпунька. Вот такая винтовка. Прикольная. Ой, хаешка. Ау. Да сколько вас там, блин. Хорошо, дом подзачистили. Это кто? Корова? Цыбычок. Ай-яй-яй. Аккуратненько.
Чую, чую, сверху походу есть, сверху тут. Еще? У-у-у! Братишка! А, долб***! Ха-ха! Давай, иди сюда! Ой, хаешка! Братишка! Дай его похуй кинту! Чего же жизнь не учит его? Погнали! Вижу, вижу! Вижу на втором! А ну! Иду в бой! Усса, усса, маннига! Что, дом чистый? Да не, я думаю, там наверху по-любому кто-то есть. О, сори, долб***! Персон! Постперсон! Окей, персон, братишка ты, конечно. Так, все, дом чистый, там персон наверху, я понял. Тихо-тихо. Свой? Не, не свой, не свой. Да тихо, у меня какая-то такая меткость не очень настроенная. Вижу наверху. Хорошо, снял. Снизу сверху вижу. Аккуратненько. Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. И вперед вот так аккуратно. Ой, там их в доме. Вечериночка. Ого, вечеринка на. Тусовка какая-то серьезная. Поломался, братишка. Хорошо. Сверху вижу, снизу вижу. Так, тихо-тихо, спокойно-спокойно. Где он там? Снизу, да? А, все, вы там. И к домику двигаемся, аккуратно. Хоп. Тихо-тихо-тихо. Ого. Это свой хотя бы, чини? Да, свой. Хорошо, отработали. Чек, как дальше? Хоп, на кухне тут нема никого. Свой, свой. Так, тут пацаны подзачистили. Хорош, лучше. Аккуратненько двигаемся дальше. Опа, слышу, 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 слышу. Где цей вышел? Я, блядь, здесь гуляю по этим домикам. Я даже никого не вижу. Там пацки обрабатывают нормально. Ладно. Все, красиво. Перегорожено. Срежем путь на восток. Пошли. Ой-ой-ой, подожди. О-о-о. Меня заберите, меня заберите, меня заберите, пацаны. Те же немцев. А он увижу вдалеке. Ой, все еще. Так, тихо-тихо. Вот там он увижу. Тихонечко. И вот тут двое еще где-то были. Тут живой там или нет? Так, это свои аккуратненько. Так, оп. Оп. Ого. Получай! Ого! Чпам, 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 чпам. Сейчас там в доме аккуратненько. В двери и в окне слева. Поехали. На. В окне еще. Наверху. Пацаны. Проверочная. Так, тихо-тихо. Походу там чисто. Ого! Вы стойте! Вы вылезли из подвала. Подожди, я не ожидал. Это что за постанова только что было? Вообще не ждал. Вот там вышли толпа. А, ну хорошо. На. А! Хаешка в хату мне. Хаешка. Здорово. Ой-ой. Ой-ой. На стульчик. Так, тихо-тихо, вижу наверху. Что у нас тут в подвальчике? Пацки еще остались. Опа, бухали, да, тут в подвале? Смочки у меня есть, там все есть. Что за автомат интересный, ну-ка. Походу прикольно, но я так чувствую, на него пульки я не найду. Потому сразу мы его и выкидываем. Наверху, да, вроде мне кажется, был только что Кент. Или показалось. Ну все, что Кент, прикинь, дышит. Ты дышишь вообще там. Васапчик! На втором еще, мне кажется, есть. Не махаешки, есть. Кинул, конечно, дебильно. И залетаю. Опа. Тихо, тихо. Сори. Так, уничтожьте вражеский минометный расчет. Такую темку вообще не могу уничтожать прям безопасно. Ну все, аккуратненько двигаемся. Аккуратненько, аккуратненько. Подожди, а где я иду? Мне идти надо в ту сторону или что? Так кто? Ну это свои. Так, подожди, а куда мы идем? Ага, вот туда, да, я так понял. Чекудой, подожди, а куда мы идем? Пацаны, а ну-ка. Давай. Стойте! Ой-ой-ой. Вот тут давай. В кого-то ты. Пушим, пушим. Сверху. С ящиком. Пульки закончились. И поджимаю. На поджимчик. Заходим. Хаешка. На проверку. И залетаю. А тут пусто, прикинь. Ой, тихо, тихо. Вот что ж вижу, когда дебила стоит. Вот все, бля, шлем. Оп, ха, достал. Так, ну вижу, только что мне надо сейчас взорвать. Тихо, 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 тихо. Там пулемет еще, блядь. Как это сделать? Я не смог. И потихоньку начинаю двигаться. Потихоньку, потихоньку. Тихо, 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 тихо. Вижу только одну секундочку. Тут немцев дохуя.
Давай. И закидывай хаешку сразу. Ну, взрывайте дверь, пацаны, поехали. Так а шо вы? Давай, готов. Давай. На... Васапчик! И залетаю. Как ты выжил вообще? Ой. Тихо-тихо-тихо, пацаны. Все, всех подочистили. Второй этаж. На проверку. Еще Дэнычек. Еще один. Залетело. Тихо-тихо-тихо. Так, есть. А ну-ка. Вот такую аккуратненькую тебе. Ой. Захожу, да? Зашел, называется. Тихо-тихо. Все, подочистили. Тут чисто? Ну, по-любому. Ванна у них унитаз, все удобство. Тебе у вас удобство тут в квартирке. Так, а ну-ка, ну-ка. Так, мне надо сейчас вот эту кровать, я понял. Сейчас мы этими займемся аккуратненько. Так, тихо, ты смог? Еще один смог, я врываюсь. Чикс. О, сейчас будем церковь тут захватывать нереально просто жестко. Ого, ну да, жестко. Ну, захват жестокий только что был. И заходим аккуратненько сейчас в церковь. На движушечку. Вот так сразу раз хаешечку. Два хаешечку. И полетели. Побежал, бля, куда ты бежишь? Где я справа? Не вижу никого. Сверху. Ух, вылазь. Вылазь. Хорошо. А обратно залазь теперь. Он жив... Живучий? Не, уже все. Уже подскиз маленький. Так, второй этаж надо аккуратненько подзачистить еще. Посмотри, что у нас тут как тут. Все спокойно, да? Угомонились уже. Ты свой? Свой. Ой, сохраните меня уже где-нибудь, пожалуйста. Так, тут все свои, да, я так понимаю, сейчас бегают. Добро, я буду все серии колды проходить. Так, мы что тут будем идти аккуратно. Мы собираемся тут оковываться. Тот холм на севере, кишмяки. Хорошо.